Высота, как нам сказали, 170 метров. Такой пейзаж. Ну, правда, красиво. Я надеюсь, что мы поднимемся еще выше. Потому что мы проехали только половину здания, да? Поднялись только до половины. Ну, надеюсь, что мы поднимемся выше. Итак, с этих высот, с малазийских небес, хочу поздравить тех, кто выиграл грин-карту, тех, кто в ближайшее время уже сумеет эмигрировать в Соединенные Штаты, ну и обрести свою американскую мечту. Вот те, кто не выиграл, ну, ребята, у вас открываются возможности сделать себе визу, выучить английский язык, подать на иммиграционную визу, рабочая виза J-1, H-1B. Вот кто-то, может быть, уже планирует сделать переход из основной компании, филиал по визе L-1. Кто-то уже накопил денег на открытие малого бизнеса по визе E-2. Это граждане Украины, это граждане Беларуси, Грузии, Армении, Кыргызстана. Вот, ну, наверное, есть те, кто даже по EB-5 уже планирует что-то приобрести. Вот, и мы можем в этом помочь. Вот у нас есть опыт помощи в покупке либо организации нового бизнеса в Соединенных Штатах. Вот, ну и также по визе E-2. Итак, всем, кто выиграл грин-карту, поздравляю. Те, кто будет играть в следующем году, тоже поздравляю. Вот, ну и не забывайте смотреть наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну и отслеживайте наши новости. Мы будем делать все максимально для вас. Кстати, еще момент. Планируется сейчас возвращение в Москву. Вот. В Москве у нас открывается второй офис, я думаю, на такой же высоте. Это будет Moscow City бизнес-центр. Мы уже нашли там помещение для офиса. Это будет наш второй офис, там мы будем заниматься исключительно более сложными проектами, там, по визам Е2, по политубежищу и так далее. Вот. Ну и я планирую еще быть в Швеции, в Стокгольме, в том месте, где люди получают политубежище, подают на политубежище. Я буду в Австрии. Мы будем общаться с Еленой, это девушка, которая вышла на меня, которая предлагает нам партнерство. Они сами когда-то подавали на политубежище, правда, не в США, а в Австрии. Вот посмотрим, как они живут, посмотрим, где они живут, что они смогли достигнуть. Расскажут нам о нюансах, которые они встретили по пути. Ну и, в общем, о жизни в Австрии, как политические иммигранты. Вот. Ну и Мексика. Сейчас в данный момент мы собираем группу в Мексику. Когда соберется 5 человек, я поеду в Мексику вместе с ними, в Тихуану. Помогу сформировать кейс, помогу подать. На той стороне наши партнеры встретят, помогут. У нас теперь есть еще 2 адвоката, которые с нами будут работать. Это ребята из Сан-Франциско, группа, и нью-йоркский адвокат, с которым мы уже имели взаимодействие по визе U. Ну, собственно, всем привет и пока из Малайзии.